вами канал улицы Москвы. Мы находимся на улице маршала Шапошникова. Одна из новых улиц в Хорошовском районе. Бывший проектируемый проезд номер 5509. Не так давно названа улица, в 2017 году, но уже успевшая обзавестись своими адресами. Вот этот дом, допустим, коричневый, это дом 1, уже непосредственно по улице маршала Шапошникова. За ним располагается жилой комплекс «Искра Парк», вот туда ближе, к Ленинградскому проспекту. Ну, не исключено, что и вот этот дом тоже имеет отношение к Искропарку, но отделка у него другая несколько, поэтому я могу предположить, что это и отдельный дом, тем более адрес он имеет тоже другой. Там у нас Ленинградский проспект 35. Вот те дома и какой-то корпус. Так, ну что еще сказать? В ту сторону будет улица авиаконструктора Сухого, как продолжение этой улицы. А примерно метров через 300-400 вправо повернет улица авиаконструктора Михаяна. Эти улицы уже тяготеют больше к Ходынскому полю, к микрорайону, ну, который тоже входит в состав района Хорошовский. Парк построен, видно, что недавно. Там вот такое тоже интересное здание дальше. Очень широкая. Сколько здесь? Так, раз, два, три. Шестиполосная улица. Это еще без учета там припаркованных машин. А протяженность, ну, небольшая, это 600 метров. То есть это такой проезд, скорее больше. И вот Искра Парк. Жилой комплекс, который выходит прямо на эту улицу, а также на Ленинградский проспект. Остановка автобусная, путевой дворец называется. Но путевой дворец сам располагается по другую сторону Ленинградского проспекта. Вот почетный, мы его прямо можем видеть. Там по диагонали у нас ВТБ-арена, на которой играет московская «Динамо». Это футбольная арена. Хотя это очевидно, наверное. Но... Вот теперь посмотрим на Искропарк. Стороны уже Ленинградского проспекта, как он выглядит.